Добраться до Педана, до подножия Педана, можно двумя способами. Первый – это для бывалых путешественников доехать на электричке до 74-го километра, потом 3-4 часа идти пешком. Ну, мы такой способ не выбрали, все-таки мы не такие любители пеших прогулок. Мы приехали на комфортабельных автобусах с одной из структур Приморья, а далее пересядем на более проходимую машину. Высота горы 1332 метра. Она входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Отсюда ее официальное название. По документам гора не Педан, а Ливадийская. Ливадия – это такой район неподалеку. Вершину переназвали в 1972 году на волне переименований китайских топонимов на Дальнем Востоке после конфликта на острове Даманский. Но официальным названием никто не пользуется, ни местные, ни туристы, ни даже гиды. И все по привычке именуют гору Педан. Мы находимся у подножия Педана. Педан в переводе с китайского означает «большие скалы», а в переводе с древнечужженского – «камни, насыпанные Богом». Некоторые думают, что Педан – это самая высокая гора Приморского края. Так думать неправильно. Педан – средняя гора, но она отличается тем, что у нее необычный рельеф. Три части. Первая – это пологая, мы сейчас по ней следуем. Она занимает большую часть пути, она достаточно простая, можно прогулочным шагом по ней спокойно идти. Следующая часть у нас – это крутой подъем. И третья часть – это как раз камни, из-за которого Педан так и называется. Педан стараются покорить люди по двум причинам. Во-первых, здесь очень красиво, как вы видите. Ну, это такая дополнительная причина. А первая причина, она интересная. Дело в том, что про Педан сложено много легенд. Я потом подробнее об этом расскажу. И вторая причина, Педан входит в список гор Приморский Барс. Дело в том, что если вы подниметесь на все 10 вершин, вы сможете получить почетный знак от Приморской Федерации спортивного туризма. Вдоль пологой части горы текут вот несколько таких ручейков с чистой водой, очень вкусной, и считается, что она обладает целебными свойствами. Про нее, конечно же, тоже есть легенда. Зимой этот ручей полностью не замерзает, и местные придумали, что это из-за того, что в недрах под землей горы находится волшебный источник, озеро. И считается, что если его найти и в нем окунуться, можно обрести просто богатырское здоровье. Ну и туристы здесь просто набирают воду в бутылки, пьют ее, и многие замечают улучшение в самочувствии. То ли это сила самовнушения, но у меня действительно прибавилось энергии. Я поспала сегодня 3 часа. Вот и посмотрим, насколько вода Педана целебная, лечительная заряжает.
«Рассматривал Бог землю и увидел двух бахайских воинов, бросавших друг в друга камни. Богатыри с трудом находили их в гуще леса, и оттого их тренировки превращались больше в поиски камней, чем в оттачивание боевого искусства». И воскликнул один воин: «Эх, если бы здесь было много камней, мы стали бы сильнее и восславили бы наших богов». И Бог услышал это. И Бог создал камни, собрал их в ладонь и высыпал в удобном месте. И столько в руке Бога поместилось камней, что высота насыпанной кучи превзошла все ближайшие высоты и образовалась из камней гора. Гору назвали Педан, что значит «камни, насыпанные Богом», а место стало запретным для посещения простыми людьми. Лишь жрецы могли подняться в определенное время на вершину. Они приносили жертвы богам и разговаривали с ними. По пути на вершину встречается много мест, где можно загадывать желания. Некоторые из них экологичные, как вот это. Например, вешать на веточку ленточки вот такие считается не очень хорошо. И Гитна заверил, что вот такие желания не исполняются, потому что они загрязняют окружающую среду. Вот тут находится водопад «Пламя дракона». Он так называется, потому что своим внешним видом напоминает действительно пламя дракона. Две струи, извивающиеся, проходят сверху вниз. Водопад довольно-таки высокий, но его видно только тогда, когда нет листвы. Либо зимой, когда снег, либо вот сейчас. И сейчас его слегка уже видать, недели через две он будет во всей красе стоять. До тех пор, пока не застынет. Пока я набираю воду в такой неудобной позе, просто дальше нам предстоит самый сложный этап пути, даже два самых сложных, я расскажу вам легенду. Одна из самых пугающих, на мой взгляд. Дело в том, что считается, что на Педане обитает летающий человек. Его видели неоднократно и последний раз в 2016 году. Он пронзительно кричит, в основном на туристов, которые остаются с ночевкой. Последний раз его видели, как я уже говорила, в 2016 году. Хабаровчанин, если интересно, можете поискать об этом информацию в интернете. Это все правда. Часть туристов в это действительно верит. И многие говорят, что даже слышали пронзительные крики. И этот летающий человек упоминается в сочинениях Арсеньева. Арсеньев, как вы понимаете, не последний человек на этой земле. То есть кое-что в истории и в жизни он понимает. Поэтому я склонна все-таки немного побаиваться и от группы не отставать. Ну, если серьезно, то из реальных опасностей на горе – змеи. Поэтому туристов предупреждают – смотрите под ноги. По невнимательности змею можно перепутать с корнем дерева и наступить. Крупные хищники обычно держатся в стороне от туристической тропы. А вот бурундуки, лисы, ежи, белки могут выходить к людям. Здесь их подкармливают. Правда, мы ни одного зверька так и не встретили. На Педан в год, вот мы подсчитывали, около 10 тысяч поднимается. Иногда больше, иногда меньше. Что касается наших групп, у нас группы бывают, ну, там, от 2 человек, если индивидуальный маршрут, до 150, до 120 человек, вот так вот, именно Педан. В этот год немножко поменьше туристов, но, в принципе, сегодня у нас большая группа, у нас на прошлых выходных были большие группы. Педан один из самых популярных туров. Здесь ходит много. Самые пиковые даты – это сентябрь-октябрь. Мы ходим, в принципе, круглый год. У нас вот групповые сборные маршруты начинаются с конца апреля, когда снег уже немножко сходит. Апрель, май, июнь. Но там группы у нас, как правило, небольшие, до 20 человек. А когда приходит осень, в октябре, да, самый пик. Еще же интересные легенды есть вокруг Педана. Вот, например, одна из них, там, летающий человек, например. Вы сами верите в это? У меня более 130 восхождений на Педан, я ни разу не видел летающего человека. Видел, конечно, на спуске, когда туристы спотыкались, падали, но это немножко не то. Легенды, они придуманы были для пиара этой горы, да, и человек, который создал Ремпель, он молодец. Он сам на этом зарабатывал, он, в принципе, это направление очень сильно развил. Но люди сами не верят в эти легенды. Они с улыбкой к этому относятся. То есть вот у меня из людей, которые со мной ходят,
ну, процента 2, наверное, 5%, которые слушают и говорят, что, может быть, действительно правда там что-то есть такое. Люди уже поняли, что это, ну, просто мистика и все, выдумка. Это выдумка. Под Педаном говорят, что есть какой-то волшебный источник исцеляющий. Исцеляющий источник, но это на многих маршрутах такие источники есть. Я, в принципе, вот если брать оболочку Земли, есть подводные воды. Там есть подводные пещеры, подземные пещеры, вот эти полости. И то, что под Педаном озеро, это логично, ручей откуда-то вытекает. Озера есть, в принципе, ну, под любой горой. Тут дело в том, что когда желание чем-то подкрепляется, допустим, отхождением на Педан, а Педан – это энергетически сильная гора. То есть мы можем не верить там в легенды, но то, что энергетика у Педана сильная, это действительно есть, это действительно ощущается. И люди возвращаются именно на Педан ноги. Не потому, что там легенды, там даже нежелание. Они вот возвращаются, чтобы себя, ну, перезагрузить и начать там новый этап своей жизни. Поэтому они идут именно на Педан. У Педана сильная энергетика, люди идут не за легендами. А желания, они, да, они сбываются. Но я скажу так, я принципиально на Педане желания не загадываю. Возможно, я когда-нибудь самое серьезное желание загадаю, и оно сбудется. Вы еще не придумали какое? У меня много желаний было, они у меня все сбываются, но они загаданы были не на Педане. Я верю в желания, я знаю, что если желание подкрепляется каким-то действием, допустим, отхождение на Педан – это серьезное действие для человека, для неподготовленного, это очень большая нагрузка, то желание сбудется. Ну, очень часто, потому что у меня очень много туристов, клиентов, которые со мной ходят на Педан по 2 раза в год даже. Меня некоторые по 15 раз со мной сходили именно на Педан. То есть я им предлагаю другие горы, они ходят, им нравятся, но они говорят, ну, немножко не то, нам лучше Педан. То есть оно такое для них роднее, почему-то тянет. Вот. Несмотря на то, что они в мистику не верят. Они чувствуют просто энергетику горы, и у каждого человека есть место, которое с ним гармонирует. Инструктором работаю 13-й год. Но не надоело одним и тем же маршрутом ходить? Ну, например, на тот же Педан, да? Столько раз, каждые выходные одно и то же. Нет, не надоело. Я бы не ходил. Зачем делать то, что тебе не нравится? Мне нравится. Мне нравится работать с людьми, мне нравится ходить в горы. Я не чувствую физическую нагрузку, потому что, ну, я очень опытный инструктор, но я получаю удовольствие от работы именно с группами и от соединения с горами, в том числе с Педаном. Педан – хорошая гора. В общем, дело обстоит так. Ходят легенды, что вершина окружена была 27 камнями Маури, которые охраняли вершину, доступ к которой был только жрецам. И чтобы жрецы туда попали, нужно было принести первую жертву. Вот именно на это место. То есть это самое такое первое ключевое место, после которого начинается уже такая как бы зона большой энергетики. Вот. И сюда приносили непосредственно. Сейчас вот место, где просто пофоткаться и можно оставить. Жертву человеческую или животное? Нет, животное. Ну или свою там кровь. То есть не нужно было кого-то прям убивать там из людей. А просто животного было достаточно вполне. Здесь благодарность жрецам, богам, люди оставляют разные плюшки, кто-то оставляет деньги, кто-то сладости. Кит нам сказал, что лучше всего оставить орешки, потому что, скорее всего, они здесь дольше всего пробудут. Крупные купюры просил не оставлять, потому что они сразу отсюда исчезают. Можно загадать желание. Все. Спустя 3 часа мы на вершине, самым
Отважным и терпеливым путешественникам открывается великолепный вид на океан, на соседние вершины. Говорят, что Педан принимает не всех, и не всем дает он возможность подняться. Кто-то начинает себя прямо у самой вершины плохо себя ощущать и останавливается, чуть-чуть не дойдя до самого конца. Но, как мы видим сегодня, людей здесь очень много, значит, Педан сегодня к нам благосклонен. На вершине из развлечений, кроме видов, обломки вертолета Ми-8, разбившегося здесь. Говорят, он попал в электромагнитную аномалию, из-за чего отказали все приборы. Обломок вертолета превратили в монумент, и с ним теперь фотографируются те, кто хочет получить заветный значок «Приморский барс». Долгое время на вершине также лежал велосипед, неизвестно кем занесенный, но пару лет назад его с горы спустили. В среднем здесь туристы проводят полчаса, час, не больше, чтобы успеть спуститься до темноты. Мы собрались вот чисто случайно, вот, по-семейному, так сказать, и с друзьями. Вот. Сын предложил, мы каждый год собирались, знаете, ну как-то все откладывали, восхождение-то. Вот. Ну и в этом году мы, в конце концов, решились на этот подвиг. Подвиг, в первую очередь, для себя. Вот, доказать себе, что мы еще можем. Вот. Ну и вот как результат того, что мы смогли, дошли. Впечатлений очень много, эмоций. Море просто, вот, позитива, настроение великолепное, нам сегодня сопутствовало все, и погода, вот, и люди вокруг, окружающие, просто все распрекрасно. Многие тут и не спортсмены абсолютно, люди, как видите, разных возрастов, и млад, и старый всякие, да, вот, ну, тем не менее, вот так мелкими тихими перебежками мы дошли. Какая следующая цель? Будете новые вершины? Следующую мы так вот определялись. Фалаза, да? Фалаза, да? На Фалазу мы и пойдем. Там полегче. Да. Ну, на Воробье мы уже были, ну, мы и туда тоже посетим. А вот еще такой вопрос. Значок из вас никто не планирует получать «Приморский барс»? Ну, наверное, как-то больше любителей, скорее всего, для себя больше, знаете. Как-то. Мы еще об этом не задумывались. Да. Но все возможно. Да. Вообще все. Не исключено. Главное, фотки с вершин сохранить. Да, главное, мы вот дошли. Инстаграм нам поможет. Дальше двигаться. Часто ходите в горы? Ну, в горы нет, редко. Вот прям в горы. А на Педан практически каждый год, иногда по два раза. А почему такая традиция сложилась? Ну, мы сюда попали, наверное, лет 20 назад, первый раз, когда еще только дружить начали. И Педан любим, любим очень здесь природу, речку. И спортивно, с одной стороны, очень красиво, и место приятное, замечательная природа. Ну, все как-то сходится. Очень красиво, да, и большое наслаждение просто подниматься эти вьем. Как впечатление от подъема? Очень тяжело, но в целом мне очень понравилось, потому что это такое преодоление себя, потому что я вообще заболела и не собиралась никуда идти. Но так как мы идем вместе с компанией, у нас 80 человек, это как-то сплачивает, все друг другу помогают, там, если запинаешься, тебе протягивают руку помощи. Это очень здорово, это поднимает наш корпоративный дух, сплачивает команду, поэтому впечатления только хорошие. Но это пока подъем, вот как я буду спускаться, я еще не знаю. Согласно суевериям, с горы ничего нельзя уносить. Но если уж очень хочется, то обязательно необходимо оставить что-нибудь взамен. Загадывая желание на Педане, чтобы оно сбылось, надо оставить подношение горе, духам, богам, в общем, кто во что верит. Время около 18:00, мы снова у подножия Педана, вернулись за 3 часа, уставшие, но безумно довольные. Высокий сезон завершается, это значит, что попасть на Педан можно будет уже или на следующей неделе, до первого снега, или в начале мая, конце апреля, когда снег сойдет.